Всем привет! Коробочка для хранения маленьких памятных вещичек малыша или малышки. Как я их делаю из плотного картона, и я их хочу сегодня показать. Приглашаю вас присоединиться к творческому процессу и создать вот такую шкатулочку вместе. К сожалению, выкроек печати у меня нет. Такие большие шаблоны я черчу сама с помощью карандаша и бумаги. Фото моих выкроек будет, как обычно, в группе ВКонтакте и в Яндекс.Коллекции. Файл к печати, картинок, коробочкам отдельно для мальчиков и для девочек есть. Буду рада, если они вам пригодятся. Итак, двухсторонний дизайнерский картон с эффектом металлик. Плотностью 290 грамм на метр квадратный. Идеально нам подойдет. Резак не понадобится. Аккуратно справимся и обычными ножницами. Не на каждом картоне устройством для бегования можно сделать идеальные сгибы. На этом даже спицей или пинцетом можно сформировать аккуратные боковинки. Без специальной палочки также можно обойтись. Собираем коробочки с помощью двухстороннего скотча и капельки суперклея. Очень удобно использовать клей-гель. И приступаем к самому интересному – декору. Я буду использовать атласные ленты, дизайнерскую бумагу, картинки, распечатанные на фотобумаге. Все креплю с помощью трансферной ленты. Использую фигурные ножницы, дырокол для вырубки бабочек, тонер для бумаги и стразы на самоклеющейся основе. Карточки к коробочкам креплю с помощью двухстороннего вспененного скотча. Ссылки на материалы, где и что я купила, я прикреплю в описании к этому видео.
Лицевую часть шкатулки украшу объемным декором, конечно же, цветами ручной работы и с вами рано. На этот раз у меня букетик ярких анютиных глазок. Вот и все, коробочка выполнена на заказ. Покупатель в восторге, а я счастлива. Надеюсь, что видео вам понравится, окажется оно полезным. И вы обязательно в комментариях оставите пару слов для меня. С удовольствием отвечу. А на сегодня все. До новых скорых встреч. Пока-пока.